Здравствуйте. Здрасте. В каком классе учишься? В 10-м. Понял. Скоро ЕГЭ. Угу. Куда дальше стартанешь? Еще не совсем разобралась. В Россию учиться? В Россию нет. А чё? Меня не пустят туда. Пустят, как нет. Как раз еще 11-й закончишь и в Россию попадешь. Одесса же это русский город. Неправда. Не пизди. Как неправда? Не матерись. Чё ты материшься? В 9-м классе материшься. Тебя что, учительница учит материться? Потому что нас за такое садят. За что садят? За то, что Одесса, говорят, русский город. Он один чувак уже сказал, его посадили на 5 лет. Да ну нафиг, это у вас же свободная страна. Свобода слова, можно что хочешь говорить. Но это не русский город, тем более это не русский город. Ну в смысле не русский? В прямом, но это же часть Украины, поэтому это не русский город. Тут вообще-то все на украинском разговаривают. Если тут кто-то владелец из москвичей, то это не значит, что это русский город. Русский, как нет. Ну а на кого пойдешь-то учиться, рассказывай. Не знаю. На программиста или на агронома? Агрономы нам нужны в России. Да кто сказал, что я поеду в Россию? Я вообще еду за границу учиться. За границу? Так а вас не выпустят за границу. Вы же в России в составе будете жить, а за границей от вас откажется. Да пошел ты нахуй! До скорой встречи, мои киноманьяки!